не уплатил связь, там были по 8 известно, потом 53. Нет, исходная система с двумя. Исходная система 3 уровня. Да. Если ограничиться, там есть непонятная сфера, интеграл сейчас. Если этот интеграл использовать, то можно написать 2 уровня. Но это, конечно, только для траектории на этой сфере. А вот это я все расскажу. Вот. А теперь задача такая. Значит, причем здесь акцент? Дело в том, что при разных параметрах мы попадаем в разные области, которые тут были изображены. То там один корень, то 3. И спрашивается, а если мы эти параметры будем менять по времени, то как написать решение? Вот это такое решение, это будет, грубо говоря, та медленно меняющаяся неподвижная точка. Но потом со временем при изменении параметров мы попали на границу области с тремя границами. Если параметр менять дальше, то есть, конечно, корень, но он далеко. Спрашивается, где пойдет траектория решения и как ее описать здесь, до того, как она упадет на притягивающую точку. Значит, в физике все вещества подразделяются на ферромагнетики, диамагнетики и парамагнетики. То, что нам рассказал блестящий Анатольевич, это слабые парамагнетики. Парамагнит у него случайным образом. Спины расположены и никаких магнитных свойств нет. Но быть тем или другим, это зависит еще от температуры. Раз. Во-вторых, это зависит еще от внешних магнитных полей. Теперь, что такое антиферромагнит. Каждые соседние спины направлены в противоположную сторону. Значит, раз. Следующий сюда. Дальше. Вот это он вроде бы выглядит как парамагнит, называется слабый парамагнит. Но во внешних магнитных полях он снова начинает перестраиваться и начинает проявлять магнитные свойства. Вот раз. Эта модель, которая была новая предложена, она, как я понял из физики, она как раз описывает эффекты влияния внешних полей, рассказывают. На самом деле эта система предполагает, что есть осцилирующее поле в резонансе с собственной частотой. И кроме того, есть еще поле скашивания, которое заставляет антиферромагнетик проявлять на выпуск.